Приветствую вас, мои дорогие творческие друзья. Сегодня с вами Фёдорова Катя и канала «Нарисуй». Сегодня мы с вами начинаем следующую большую работу. До этого мы с вами эскизы переводили, пробовали переводить с помощью вот таких копировальных бумаг. После моего недавнего неудачного опыта с копировальной бумагой, которую было мне никак не закрасить, да, сегодняшний с вами наш скетч, а он выглядит вот таким образом. То есть это будет картина «Тропическое побережье» по Сен-Киму. Для перевода данной работы я покажу вам другой метод. На самом деле он, конечно же, схож с методом, с переводом, заштриховыванием карандашом графитным. Но карандаш, он такой тоненький, и такой объем мы с вами будем штриховать, я не знаю, до следующей зимы. Поэтому что мы делаем? Мы берем мелок, это пастель, обычная сухая пастель. Я для удобства уберу сейчас холстик. Пастель, конечно, желательно брать темненькую, да, такую, какого-нибудь симпатичного темного цвета. Ну, давайте я возьму вот такую рыжую. О, прекрасно. Итак, что мы делаем? Мы полностью закрываем. Чтобы закрывать хорошо целиком, я кладу ребро. Если у вас мелок там побольше, вот такой, например, то вы прямо сможете очень быстро это сделать. С вами покрыли пастелью полностью весь эскиз. Могу вам сказать, что если вы не знаете, где приобрести пастель, то это можно сделать в любом художественном магазине. Пастель продается поштучно. Мы сегодня с вами будем работать на холсте, на большом, 40 на 60 сантиметров. Если вы не хотите строить сюжет сами, да, а готовы взять его готовый, вот как это делаю я, то вы можете найти у меня в группе этот сюжет готовый, разрезанный именно под такой размер. Вы можете распечатать либо две части формата А3, либо четыре части формата А4, соответственно, склеить бумажным скотчем и приступать к работе. Давайте посмотрим, как переводится наш с вами эскиз. Я беру фиолетовую ручку для большего контраста, да, чтобы я видела, где я уже что-то наносила, а где еще нет. А пальмы, пальмовые листья, соответственно, я намечу только общими штрихами. И основные у нас это, конечно же, вот эти вот острые, такие толстые части, которые в середине каждого пальмового листа идут. Работа эта выполняется по заказу одной из наших участниц нашей группы. Вот, я согласовала с ней сюжет. В принципе, сюжет очень красивый, просто очень красивый. Тропический. У Сен-Кима сделано не очень такое яблочное, солнечное небо. Мы, возможно, сделаем более жаркий день. То есть небо возьмем более таким голубым. Также мне пришлось адаптировать размер этого сюжета под мою работу, так как у Сен-Кима еще более вытянутый холст взят. Так, холст, который я сегодня взяла, это холст льняной, мелкозернистый. Соответственно, с масляной грунтовкой. Пальмовые листья я не прорисовываю слишком сильно. Это связано с тем, что на самом деле сильно
предугадать, как у нас с вами ляжет мастихин, практически невозможно. Поэтому я только намечаю. А уж как там поведет себя в дальнейшем наша с вами рука, это мы посмотрим. Если вы не нуждаетесь в переводе сюжета, либо хотите каким-то образом его изменить, то это, конечно же, в ваших руках, пожалуйста. Мне кажется, мы закончили наш перевод. Давайте я уберу бумагу. И мне кажется, даже вам с камеры должно быть видно, что у меня отпечаталось практически все, что было необходимо. Таким образом, друзья мои, вместо вот такой проблематичной бумаги с чернилами, которая, кстати, пачкает ужасно, вот могу вам показать, видите, палец сразу грязный, очень вам рекомендую сухую пастель разнообразных цветов. Очень быстро зачирикивается, замечательно переносится эскиз, как свой, так и любого автора, который вам нравится. Увидимся с вами в следующей части, где мы с вами будем писать небо. С вами была Федорова Катя, Раскраски.ру. Всем пока!